Thanks, Horatio. Цирюльник. Стоп, стоп, стоп. Как он подстриг бабку-то? Симпатичный или нет? Не. Небось, еще и берет дороже, чем Diamond City. Those pies are going to be for Calvin and his crew. Lord knows they could use a treat. Take time to look around. Иди работай, смотритель, ты только жрешь. Посмотри на свою корму, ты вообще уже скоро будешь застревать в двери в свой кабинет. Не болтать, делайте упражнения. А какое упражнение-то? Неплохая училка-то. Мукла такая, ну-ка. Ах, вот кто к нам пришел. Наверное, в Содружестве у тебя было столько приключений. Да. Мои ученики будут рады послушать про то, как вам живется в Содружестве. Может, выступишь перед ними, расскажешь о своих приключениях? Блин. Детям рассказать, как я, короче, это, убил батяню-то шлюхи той... И теперь у нее сын сирота. Да-да-да-да-да, с радостью, с удовольствием. Или как я предал Гулиху. А уж как мы наркоту искали, так это вообще самая интересная история. Мама с папой перестали бы драться? Нет, вряд ли. И виновата прежде всего... Виноват ты, рыжий. Виноват, скорее всего, ты. Они ненавидят тебя, вот и дерутся. Каких тем избегать? Чище жестоких. Еще дети наверняка засыплют тебя вопросами. Да, начнем. Дети, послушайте меня. Сегодня у нас гость, который расскажет вам кое-что из жизни в Содружестве. Тебе когда-нибудь приходилось драться с Дескло? Да я их из пистолета валил. Нет, ну вообще... Я бы сказал не в одиночку, но, блин, этот негр на балконе особо не помогал. Так что я скажу, что, ну, типа, не в одиночку. Не хочу врать. Может, лучше про крысов? Меня подстрелили рейдеры голыми руками. Рейдеры окружили Престона. Минитмены оказались в заднице. Все были напуганы, а еще и рейдеры подошли. Престон сказал, что мне нужно идти за силовой броней. Вот мне силовую броню. На меня напал коготь. Вдруг на меня выпал коготь смерти, как из-под земли. Хорошо, что на мне была силовая броня. Наверное, было страшно. Да не помог мне Престон, он, блин, на балконе стоял. Три выстрела и все. По одной пуле в каждый глаз, еще один прямо в лоб, и с когтем смерти было покончено. Ну, блин. Нифига себе. А мне нравится это убежище. Кэти, может после уроков, типа, там-то всё. Как насчет познакомиться поближе? Ладно, дети, не скучайте, вот вам радио. Так, это, видимо, самый глупый ребенок. Недаром его посадили на последнюю парту. Я бы лучше сказал про что-нибудь другое. Мне не дали выбора. У меня были приключения поинтереснее, чем этот сраный коготь смерти с миниганом. Но, видимо, расчет шел на то, что некоторые сюда прям сразу придут. Блин, Хэнкоку это не понравилось. Вот отстой, больше воровать не буду. Ладно, ребят, у нас пауза. Убежище, окончание и мейн-квест сразу после паузы, 15-20 минут. Далеко не уходите.